Участники комиссии по безопасности дорожного движения обсуждали вопрос об организации двустороннего движения на отрезке проезжей части по улице Победы. Подробности в следующем сюжете рассказывает Антон Сапогов. Участок улицы Победы между переулком Первомайский и улицей Комсомольской является сегодня единственным из ключевых транспортных магистралей Новоуральска, на котором организовано одностороннее движение. Но количество автомобилей в городе постепенно растет, и комиссия по безопасности дорожного движения совершенствует организацию транспортных потоков. Будучи начальником ГАИ, я имел опыт, когда мы эту улицу Победы от именно Лотоса до Комсомольской открывали двухстороннее движение, у нас получился рост аварийности. Мы вынуждены были вернуться обратно к одностороннему движению. Но нельзя говорить, что это окончательное решение, что должно быть одностороннее движение. Может быть двухстороннее движение при условии реконструкции. Вот сейчас говорят про реконструкцию, но надо посмотреть, что она под собой подразумевает. По замыслу инициаторов реорганизации одностороннего движения, новая схема позволит разгрузить перекресток возле торгового центра «Кедр», где в утренние часы нередко образуется пробка. Это поможет разгрузить основные транспортные магистрали, улицу Ленина, улицу Первомайскую. Ну, естественно, разгрузка транспортной магистрали влечет за собой снижение аварийности на данных дорогах и повышение безопасности дорожного движения. Участники заседания решили поручить управлению городского хозяйства разработать подробный проект организации дорожного движения по улице Победы, в котором предусмотреть дорожные знаки и светофоры, а также при необходимости расширение проезжей части и оборудование дополнительных парковочных карманов. Антон Сапогов, Михаил Карелин, Новоуральская вещательная компания.